Проработать систему безопасности в самарских школах – такую задачу поставил глава региона Дмитрий Азаров на заседании антитеррористической комиссии. Последние события в соседних регионах показали, что вопросам безопасности детей и педагогических коллективов стоит уделять повышенное внимание. Ни в коем случае здесь нельзя останавливаться на достигнутом и снижать деятельность. Наша задача – предупреждать возможные угрозы террористического характера, оперативно реагировать на все тревожные сигналы и штатные ситуации, работать на упреждение и, конечно, продолжать системную работу по техническому оснащению. Дети, родители, учителя должны чувствовать себя в полной безопасности. Отдельное внимание стоит уделять и психологическому состоянию детей, подчеркнул губернатор. Для этих целей было принято решение усилить мониторинг подачи информации в СМИ и социальных сетях. Все образовательные учреждения в Самаре на сегодняшний день оснащены тревожными кнопками, металлодетекторами и системой противопожарной безопасности. На финальную стадию вышло оснащение школ системой видеонаблюдения. В 2019 году системами видеонаблюдения оснащены 140 объектов образования, в 2020 году 33 объекта образования и в 2021 году до 1 августа текущего года видеонаблюдением будут оснащены еще 136 объектов. Таким образом, мы получим 100% обеспеченность видеонаблюдением объектов первой, второй и третьей категории. В планах к 2023 году оснастить все образовательные учреждения системами оповещения об эвакуации, а также дооснастить 53 объекта системами контроля и управления доступом. Отремонтировать ограждения по периметру школ и вузов, там, где это необходимо, и абсолютно во всех школах региона оборудовать посты охраны. Справиться с этими задачами Дмитрий Азаров поручил до нового учебного года. Мария Левина, события.